Так, проблема, как согнуть алюминиевую трубу. Обычно труба заламывается, когда его на трубогибе гнешь, он не изгибается нормально. Чтобы этого избежать, обычно внутри наполняют песком и чопиками забивают. Греют там, ну, всякими разными методами. Я не хочу греть, потому что свойства металла иногда ухудшаются, если перегреть. Там хозяйственное мыло мажут, там, чтобы как индикатор. Но я решил вот попробовать внутри заморозить воду. Сейчас буду это дело проверять. Я еще не знаю результат. Это делаю впервые. Сейчас. Все. Так. Надо посмотреть отсюда. Что с ним будет? Дело идет нормально. Что же будет? Итак, результат плохой. Труба начинает ломаться. Все. Привет. Я думаю, видео на этом можно заканчивать. Эксперимент не удался.